Приветствую вас, я хотел бы обратить ваше внимание, Лида, на то, что вы так и не сказали, что именно вам подсказать, что конкретно вам подсказать. Понимаете, смысл жизни – это то, что определяется человеческой индивидуальностью. То есть, если мы определим вашу индивидуальность, мы увидим тот смысл жизни, который будет справедлив и ценен именно для вас. Никакого универсального смысла жизни нет и быть не может, потому что это то, что каждый человек находит сам для себя. Вот и все. Я так полагаю, что есть ваши вопросы, вот я как психолог, да, вижу ваши вопросы, как раз таки другой смысл, не поиска смысла, извините за тавтологию, а я вижу у вас, я конечно могу ошибаться, я не претендую сейчас на истину, но я вижу у вас наоборот желание остаться в, остаться именно в текущем состоянии, то есть не находить смысла жизни. Вам нравится то, что вы живете как пустышка, вам это нравится, вы боитесь, возможно, того, что может быть. Почему я так решил? Дело в том, что, если предположить, Лида, что вы сознательно писали свой вопрос, да, то есть вот подскажите, пожалуйста, я потерял смысл жизни, не знаю, зачем, для чего я живу, я как та пустышка. То есть если вы сознательно писали свой текст, то вы обязательно пришли бы к вопросу. Вы бы не ограничились бы одним только заголовком своего вопроса. Если вы действительно хотели найти свой смысл, если бы вам вот прямо нужно было бы, прям у вас была бы мотивация его искать. Понимаете? Я вас не обвиняю, не хочу сказать, что вы там обманываете там нас или себя, нет. Просто вам нужно увидеть то, что происходит на самом деле. Может быть, ситуация вообще складывается совсем по-другому, может быть, вы не боитесь совсем, может быть, вы столкнулись с какой-то еще другой проблемой, которая прямо вытекает из вашей жизни на сегодняшний день, из вашей среды, в которой вы находитесь и так далее. Но для этого нужно с вами побеседовать, выявить проблемы и помочь вам их решить. Тогда и смысл жизни найдется. Вот. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.